На первом месте это канализация, потому что течет постоянно. Управляющая компания нам не помогает, поскольку говорит, что трубу они ремонтировать не будут. Если туда полезут, она вся рассыпется. Ждите капитального ремонта. До 22 года капитальный ремонт стоял на какие-то более ранние сроки. Сейчас нам их все дальше и дальше отодвигают. И самая вот наша большая проблема – канализация. Ее вообще отодвинули на 50, по-моему, 2-й год. Проводка. Прошлым летом было короткое замыкание, у жильцов, у многих погорели электроприборы. Если заключение экспертизы, дальнейшая безопасная эксплуатация здания, находящегося в ограниченно работоспособном техническом состоянии, возможно при проведении капитального ремонта крыши, внутридомовых электрических сетей, систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, отопления. Еще, кстати, вот по этой, согласно этой экспертизе, у нас балконы все в аварийном состоянии.